Желаю. Итак, сегодня зарядка батарей. Бестопливная зарядка батарей. По новой технологии, которую я применил. То есть это еще я не показывал. Так. Начинаем. Это у нас батарейка. 4 штуки. Смотрим напряжение. Так. Напряжение. 1 вольт. Вот. 1,11 вольта. Окей? Окей. Так. Берем вот эти батарейки, тоже 4 штуки. Так. Смотрим напряжение. Значит, давайте запишем сразу, чтобы потом не было разговоров. 1,1 вольта. Второе меряем. Так. 1,2. Так. Включаем. 3,67. Вот. 3,67, да. 67-68. 3,67. Записываем. 3,67. Так. А теперь делаем так. Вода. 0. Подключаем. Где 1,1, подключаем сюда. 1 на 3,61. Так. И второй конец сюда. Окей. Смотрим. Зарядка пошла, как видите. Уже 2,93, 2,94, 2,95, 2,96, 2,97, 2,98, 2,99, 3, 3,1, 3,2, 3,3, 4, 3,05. 3,06, 3,07, 3,08, 3,09, 3,10, 3,11, 3,12, 3,13, 3,14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. И так будем смотреть, пока не остановится зарядка. Как остановится, заряд кончилась. 28, 29. 30, 31, 32, 33. Тридцать четыре.
5. 6. 7. 39. 40. Давайте так. Пусть оно идет. Приостановим на 5 минут. Вот сейчас 16:47. На 13 минут приостановим. До 5 часов. А потом продолжим. Так, где у меня приостановить? Итак, прошло у нас, значит, 17 минут. Я уже до конца додержал. Напряжение застабилизировалось. Видите? 3,52. И уже ни вперед, ни назад. То есть у нас была одна батарейка, значит. Видите, 3,52. Что мы получили в итоге? У нас была одна батарейка, значит. А вторая 1,1 вольта. Батарейки одинаковые по силе и по мощности. Вот они. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Одинаковые марки. Со старого ноутбука это. Видите, 3,52. То есть мощность их по два, значит. Штука где-то примерно 6 ватт, то есть 4 штуки, 24 ватта, и тут 24, 48 ватт. 48 ватт, но заряжено на 3,52. А у ней должно быть на 3,70. Значит так, 3,7, это полностью, когда она полная. Разделим на 3,52. Получаем 1,05. Так. И значит, у нас, как я говорил, 48 ватт должно быть, если при 3,70. А при 3,52, значит так. 48 разделим на 1,051. 45,6, то есть 46 ватт. 46 ватт у нас сейчас на выходе. А сколько было в начале? Где-то 47, здесь 37, почти полное. Ну, 47 где-то. Ой, 47. 23 где-то, 22. Где-то 22. 22, а здесь 1,1 всего. То есть 1,1 это вот 3,7 разделим на 1,1. 3,363 раза меньше. Значит, 24 разделим на 3. 36 3 7. Здесь 7 ватт было. Значит, 22 плюс 7, 29 ватт было первоначально. 29 ватт мощности. А в данный момент вот она. Даже уже 3,53, то есть зарядка, видите, я не до конца не довел еще.
То есть дойдет до 50 ватт, уже 3,53, ну продолжает. Было 3,52, сейчас 3,53, то есть продолжает зарядка. То есть наверняка дойдет до полной. То есть до 48 ватт. А было 29, то есть получаем 48 разделим на 29. 65% мы зарядили. То есть на 65% мы получили выигрыш, не затрачивая ничего. Затрачивая ноль. Ноль затрат. Это только первый опыт. А далее будем продолжать уже с этих. Заряжать третью, четвертую. Продолжение смотрите. Тогда мы получим вообще грандиозные. Грандиозное КПД. Ну и так мы получаем из ничего 65%. То есть больше половины. А если взять по одной, то было, значит, 7, а станет 24. Видите как? 24 будет. Уже к этому идет, потому что уже, вот смотрите, 3,53, то есть продолжается. Продолжается заряд и дойдет, наверное, до 3,7. Не будем вас задерживать. То есть 24 разделим на 7. Вернее, 24 отнимем 7. 17. На 17 ватт мы зарядили бесплатно, не используя ничего. Просто ничего из воздуха. Или, значит, 24 разделим на 7. В 3,5 раза увеличили мощность вот этой батарейки. То есть в 3,5 раза ее зарядили. То есть это тоже новая идея. Но достойно. Достойно, значит, будем ее продолжать. А сейчас всем большое спасибо за внимание. Желаю крепкого-крепкого здоровья и успехов в труде и обороне. Победа за нами всегда!